Бесхозные сети горячего водоснабжения, а также тепловые сети в поселке Красково перешли в собственность городского округа Люберцы. Такое решение единогласно приняли депутаты на очередном заседании. Также парламентарии заслушали отчет о деятельности люберецкой полиции в 2020 году. Как отметил начальник муниципального управления МВД России Люберецкой Евгений Романцев, в прошлом году произошло снижение имущественных преступлений, в первую очередь краж. При этом возросло число убийств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также главный люберецкий полицейский рассказал депутатам о том, что в настоящее время штат муниципального управления не укомплектован на 8%. Не хватает участковых, следователей и сотрудников патрульно-постовой службы. Это в связи с тем, что тяжело было пройти местные медкомиссии, потому что врачи не принимали. Из-за этого, наверное, такой дефицит сейчас возник как бы здесь у нас. Ну а так в среднем всегда 5-6% он существует.